Приветствую вас. Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что в вашем тексте чувствуется некоторая обида. Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что в вашем тексте чувствуется недосказанность определенная, то есть слишком такой контент, скрытый чувствуется вашим вопросом. Поэтому я взял на себя смелость посмотреть ваши предыдущие вопросы. Вот. Надеюсь, вы меня как бы за это извините. Вот за то, что я так поступил. Но тем не менее, я поисследовал ваши вопросы и полагаю, что вот одна из ключевых проблем заключается в том, что вы что у вас не складываются отношения с мужчинами, что вы пытаетесь понять человека, вы пытаетесь понять мужчину, да, пытаетесь понять поведение человека. Вот. Но по факту вам нужно пытаться понять не мужчину, а себя. По факту. Вот. И мне кажется, что в этом основная проблема заключается ваша, что вы не доверяете себе, что у вас не получается доверять себе, а что вы вот игнорируете себя, вы игнорируете именно вот свои собственные некоторые чувства, свои собственные некоторые переживания вы игнорируете. Вот, в этом основная проблема. И, соответственно, как результат, как следствие, вы ответственность перекладываете за то, что вот происходит с вами, да, вы перекладываете ответственность за это на как бы мужчину. Из-за этого появляются из-за этого неоправданные ожидания. Вот. И, собственно, отсюда идет разочарование, отсюда идет какое-то такое вот непринятие, да, какая-то такая болезненность, обиженность даже, вот то что чувствуется в вашем тексте, то, что ощущается в вашем тексте, практически не прикрыто, да, тут некая такая обида. И, на мой взгляд, конечно, в первую очередь работать нужно именно с этим, да, с тем, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, и, действительно, как сказал мой коллега, как получается так, что вы встречаете именно вот таких мужчин, которые вот вы называете словом на букву М. Вот. Кстати, довольно такой интересный, на мой взгляд, момент, да, почему вы вот так сходу называете человека на букву М, не допуская даже того, что, ну, вы можете, например, быть неправы в отношении его. То есть вы очень скоро, очень скоро на какую-то вот, я бы сказал,
на то, чтобы, ну, повесить ярлык на человека. Мне кажется, это не есть хорошо. То есть, если человек ведет себя с вами, например, так, как вам не нравится, то в первую очередь это проблема того, что вы позволяете ему так с собой вести. Вот почему-то позволяете так с собой вести. И разобраться здесь нужно именно с этим. Именно с этим. Почему вы позволяете человеку так с вами себя вести? Вот. А обвинять, как бы уж тем более называть какими-то не очень нелицеприятными словами, да, это, мне кажется, ну, лично мне кажется, это путь в никуда. Вот, лично мне кажется, что это путь, прямой путь. Прямой путь к агрессии, прямой путь к одиночеству, вот, прямой путь к ну, какому-то вот негативизму, да. И как бы, ну, ничего хорошего из этого, на мой взгляд, не будет. И, в принципе, наверное, быть не может ничего хорошего в этом. То есть, мне понятно ваше чувство, мне понятно ваши переживания, мне понятно ваша обида, вот, которую вы можете испытывать. Но важно грамотно с ней разобраться. Теперь, что касается непосредственно ответа на вопрос, то здесь ситуация следующая. Люди меняются только если есть мотивация, как сказал мой коллега, совершенно, на мой взгляд, точно и справедливо. Если у человека мотивации нет меняться, то меняться такой человек не будет. Если его все устраивает, если все его цели, все его желания выполняются, то, ну, сами понимаете, зачем в таком случае, ну, меняться, да, зачем, для чего. Особенно если мы говорим про мужчину, да, который априори более ленивый, чем женщины, и для чего меняться. Вот. Поэтому, да, пока поведение человека, что называется, эффективно, пока поведение человека, что называется, приносит пользу, изменений в нем, в поведении, не будет, скорее всего. И между нами говоря, их и не должно быть. То есть, если человек все устраивает, да, то не должно быть изменений. Зачем менять то, что дает результат? Для чего менять это? То, что не устраивает вас, это понятно, но это уже немножко другое. Да, немножко о другом идет речь. Здесь. К сожалению. Вот так, я думаю, можно
ответить вам на вопрос на ваш, который вы задаете. Я надеюсь, что помог. Желаю вам всего доброго.